Власти усилят контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии. В правительстве прошло заседание оперштаба региона под руководством ВРИУ главы Дагестана Сергея Меликова, где обсудили сразу 9 вопросов. В частности, руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов рассказал, что в 14 районах и городах ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной. Поэтому рекомендовано продлить режим самоизоляции дагестанцам от 65 лет и старше еще на 2 недели. В религиозных обрядах могут принимать участие не более 10 человек. Банкетным залам и кальянам работать запрещено. Кафе и рестораны не имеют права принимать посетителей после 11 вечера. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. Подробности совещания смотрите в нашем следующем выпуске.